На мой взгляд, Нагорный Карабах – это один из самых сложных конфликтов, которые существуют на постсоветском пространстве. Россия, как вы знаете, принимает посильное участие в разрешении и проведении переговоров между руководством двух государств. Использует свой авторитет для того, чтобы вот этот замороженный конфликт не перерос в размороженный конфликт. Вот, на мой взгляд, сейчас роль России сводится именно к этому, и это чрезвычайно важно, потому что есть большая разница между замороженным конфликтом, когда все-таки возможны какие-то политические пути рассмотрения возможности его решения, и отмороженным обратно конфликтом, что всегда чревато вооруженными столкновениями и усугублением всей ситуации. Так что я думаю, что Россия и дальше будет продолжать усилия для создания максимальных возможностей именно для политического обсуждения этого вопроса, а не попыток силового решения.